Итак, сегодня 5 сентября 2015 года, и мы дома у жениха, мой дорогой брат Артем, сегодня женится. Вчера был шикарный мальчишник, вот, ну, естественно, по законам конфиденциальности мы ничего не снимали, вот куча детей, рубашка жениха, все суетятся, вот он и сам жених. Жених, как настроение? Неоднозначное, так скажем. Да? Так, я чувствую, мы сильно хорошо мальчишник погуляли. Да, мальчишник хороший был. Да? Настя, не крутись. Всю, конечно, самую большую суету мы с вами пропустили, потому что эти руки, которые снимают, были заняты приготовлением тарталета. Всем привет, мы готовимся к свадьбе. К армянской свадьбе. Между прочим, подготовка самая главная. Потом этим наслаждались. Привезли с Дальнего Востока. Бусловы передали на свадьбу специально. Это свадебные подарочки, которые будут дариться всем неженатым. По идее, я сам могу забрать всю эту корзинку, потому что на армянской свадьбе, естественно, все придут уже вот с детьми и замужние, женатые. Вот. А здесь мама жениха подготавливается. Вот. Да. Как ощущения, мама жениха? Сейчас я тебе скажу. Да. Хоть немножко, надо 100 грамм мне налить, а че же так? На сухую я? Все, валерьянки, все. Уже... таблетки валерьянки с утра выпила и его... Уже наливаем, пожалуйста. Лариса, закусон. Лариса, ну? Все, за счастье молодых, чтобы у них все было. И ничего не было за это. Так, Арина, не ной, кадр портишь. Все, да. Давай. Опа! Все, свадьба пошла. Ребята, я надеюсь, вы понимаете, что мы на настоящей армянской свадьбе. Я, как всегда, свидетель. Это наш уважаемый жених, мой любимый брат. Вот, обратите внимание, настоящая музыка, настоящая тусовка, танцы, выкуп, все дела. Это настоящая армянская свадьба, не как-нибудь. И мы сейчас будем выкупать невесту. Так что следите внимательно за всем, что здесь происходит. Мы будем вам докладывать онлайн. До скорых встреч! Вот это торжественный момент. Отец получает невесту. Тобой брат. На барабане и на дудочке. Так, ребята, это мы на свадьбе едем. Значит, я только что узнал, что, оказывается, правильно я называюсь по-местному Азуб. Азуб. Азаб. Фу, блин, извиняюсь. Азаб. Азаб, да. Так симпатичнее. Это, оказывается, свободный. И мне только что на свадьбе подарили подарок. Одна очень симпатичная... подружка невесты. Как я понимаю, она тоже свободная. А свободная подружка невесты как называется? Свободная. Арснакур. А еще раз, пожалуйста, для тебя. Арснакур. Так, вы поняли? Это невозможно выговорить, поэтому переслушивайте в записи. Да. Так, придется ей делать тоже какой-то подарок. Главное, чтобы после моего подарка не заставили жениться. Главное, чтобы после твоего подарка тебе не было подарка. Да. Ай, молодец. Ребята, я отдельно хотел вам показать пейзаж Армении. Обратите внимание. Ну, во-первых, мы едем за женихом с невестой. О, кстати, Арарат. Смотри, вот на фоне Арарата. Вот это гора Арарат. Видите, вот вдалеке. Вдалеке. Сис и Масис. Не, а как ты мне сказал вот это? Я говорю, Альберт, это что за горы? А ты мне говоришь, это что, горы, что ли? Да, это холмики. Нечего холмики обзывать горами, а то Арарат обидится. Мы продолжаем свадебную процессию и приехали, обратите внимание, приехали в древнейший армянский храм. У молодых фотосессия, свита в полном составе. Вот, все стоят. Да. Абуджан. Барбзес? Лавлер Велес. Свадебное селфи.
Это свадебная процессия. Дорогой любимый брат, это храм. Вот все время забываю название. Это, конечно, важно. Эх, но так как я совершенно не местный. Горы, видите, фон и гор. Опа, ступеньки очень высокие. И там, говорят, есть гробница тоже какого-то очень уважаемого человека. Снимите меня отсюда, я отдам вашу колбасу. Здесь же высоко. Я же не умею летать. Теперь я вот так забираю. Да. Ребята, я залез. И ухожу. Как раз мне не хватало одного шестого айфона. Я ухожу. Ты же высоко, я же не умею летать. Ты как пингвин летаешь. Пингвины видел? Ну что, да, это я прикоснулся к святыне. Древних предков. Древних предков. Вот так, да. Так что теперь я настоящий армянин. Да. Никак-нибудь. Ну как ты заранее да. В ДНК был. Да. А сейчас мы с вами подслушаем, о чем говорят подружки невесты. Подружки невесты. Подружки невесты уже замолчали. Да, резко замолчали. Видимо, они обсуждали какие-то очень важные секреты. Ну ладно, мы, значит, подождем, пока они напьются сегодня вечером и выведаем у них все секреты. А пока наслаждаемся древними реликвиями. Это Армения, Ереван. Вот такие вот здесь руины, развалины. И там даже можно видеть, как на горе кто-то построил себе дом. Неплохо устроились, скотина. Я веду репортаж из машины жениха с невестой. И мне рассказывают очень важную историю о том, где мы сейчас были, да. По поводу Гарни. Аня, как ты рассказываешь, что там? Что это был языческий храм, летняя усадьба армянских царей. А потом, когда приняли христианство, он стал уже христианским таким храмом. Еще копейку поставить. Внутри храма. И загадывай желание. Вы поняли? Поэтому, если вдруг хотите приобщиться к древним армянским святыням, welcome. Итак, этот торжественный момент настал. Вот мы с подружкой невесты здесь сопровождаем жениха с невестой. Вся свита, все здесь. Мы снимаем друг дружку, заходим в церковь. И здесь будет происходить все самое важное. Торжественная церемония закончилась, наши молодые уходят в сторону. Я признаю честно, даже прослезился. Очень трогательно. Да. Не видели с этим? Дядю Мишу видели. Меня видели. Видели. Вино. С корзинкой, да? Жену. Вот корзинка. А все, да? Видят. Оставляем здесь? Всех видели, дядю Мишу не видели. Ну что, вот мы и переходим к банкетной части. Гости собираются, жених с невестой на месте. И я тоже здесь. А мне говорят, что на концу, что на концу, на этот город, что они суки на спецсвязь, крашка, это вот и мало. Я смотрю на подписи, полнор, что я
Дорогие друзья, здесь очень шумно, но обратите внимание, нашлась семья вся. Миша, Саргин, бабушка. Маруся. Почаще надо приезжать на свадьбы родственникам. У-ху! Туда-сюда, другая свадьба одна. И у меня мысль мелькнула. Если на своей свадьбе нет красивых подружек невесты, да, всегда можно стащить здесь соседние. Какую-нибудь соседнюю свадьбу. Подружку невесты. Это первая мысль. Да, ну это важная, наверное, это, да, мысль. Да, это видео мы в общий фильм не вставим, конечно же. Только будет свой секретный мужской фильм. Да.